Вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вас научу, как менять цвет на одежде. Для этого нам понадобится редактор KineMaster, InShot или WhatsApp, чтобы обрезать видео. Также нам понадобится одежда однотонного цвета, чтобы она не сливалась ни с чем другим на заднем фоне. Теперь вам нужно зайти в интернет и выбрать красивый фон и сохранить несколько фото. Красивое. Сохраню. И это тоже красивое. Подойдет. Круто! Она вся в цветочках. И вот это подойдет. Еще зеленое тоже сохраню. А вы можете выбрать все по своему вкусу. Теперь снимаем видео либо в камеру, либо в лайк. Я снимаю в лайк. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь. Безжалостная любовь. Я измучаю себя. Галочку и сохраняем в приватное. Заходим в приложение KineMaster, нажимаем плюсик. А теперь на медиа. Слева нажимаем на фото и выбираем те фото, которые мы сохранили. Вот они у меня. Я нажимаю на них, и они добавляются. Теперь фото нужно немного укоротить. Выбираете одно фото и укорачиваете. Вот так. И так с каждой фоткой, чтоб легче было монтировать. Дальше мы нажимаем на layer или слой по-русски. Выбираем первый пункт фото и ищем наше видео, которое мы снимали в лайк. Берем его и на весь экран растягиваем. Теперь вам нужно построить фото в те моменты, когда кофта должна меняться. Выделяем наше видео и нажимаем функцию Chroma Key. Нажимаем на ползунок Enable и выбираем цвет вашей футболки. Настраиваем ползунками ваш вид. А вы смотрите, как у вас лучше получается.
Наше видео готово, теперь сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Теперь экспорт, no thanks. Ждем, пока наше видео сохранится. Дальше справа стрелочка, нажимаем ее и в окошке выбираем Save Video. Все, видео сохранилось. Заходим в InShot, выбираем наше видео. Функция обрезать и выбираем размер 16:9. Тут нарисован мюзикл. Ползунком подгоняем размер. И сохраняем. А теперь я вам покажу, как обрезать видео в WhatsApp. Заходим в WhatsApp. Выбираем статус. Нажимаем на плюсик, добавляем наше видео в историю. Нажимаем обрезать и подгоняем размер. Готово! А теперь можно спокойно выложить видео в Лайк и ТикТок. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь. Безжалостная любовь. Я измучаю себя. Мне так нравится эта боль. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь. Безжалостная любовь. Я измучаю себя. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь. Безжалостная любовь. Я измучаю себя. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Не забывайте про хэштеги. Обязательно пишите хэштег «Снежана Снежок», и у вас будет много просмотров. Напишем название к этому видео и выберем обложку. Мне так нравится. По желанию можно выбрать фильтр. Я выберу вот такой. А кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И обязательно снимайте видео в Лайк и ТикТок и пишите хэштег «Снежана Снежок». Пока-пока! Да, это я подралась с твоей новой тёлкой. Кстати, ты не передай, дерётся как девчонка. Летят женские волосы, летят в разные стороны. А что ты мне сделаешь, я теперь в другом городе. Молчи, убегу. Beauty boy.